Ну, привет! Сегодня мы с вами пошуршим в After Effects и отгрохаем вот такую миленькую композицию. А самое главное, сделаем это исключительно стандартными инструментами. Ну, как вы любите. Как обычно, начинаем без лишней воды. Погнали! Ну что ж, приступим. Открываем After Effects. В простонародье After Effects. Создаем новую композицию. Назовем ее Main Animation. Параметры будут таковы: 1920 на 1080, фреймрейт 30 кадров в секунду, длительность 10 секунд, бэкграунд колор можно бахнуть примерно вот такой. Нажимаем ОК. Мгновенно создаем новый солид. Цвет фона оставляем такой же. К нашему солиду применяем эффект, который называется CC виньеты. Применяем и добиваемся вот такой виньеточки, так сказать. Почему бы и нет? Теперь нас интересует текст, который будет фигурировать в нашей композиции. Создаем новый текст и пишем какую-нибудь ерунду. Прекрасно. Залетаем во вкладочку Alink и выставляем ровно наш текст. Отлично. Теперь выбираем наш текст и нажимаем Ctrl-D. Дублируем его. Залетаем во вкладочку Character. И здесь жмем на вот эти прекрасные две стрелочки. Оп. И теперь, если мы вырубим наш первый текст, то увидим вот такую красоту. Здесь, я думаю, все понятно. Ничего сложного. Давайте скроем наш нижний текст. Нажмем правой кнопкой по верхнему тексту. Выбираем Create. И здесь выбираем Create Shapes from Text. Текст номер 2 можно удалить. Он нас больше не интересует. Далее раскрываем слой с верхним текстом. Жмем на Add. И здесь выбираем Trim Pads. Спускаемся чуть-чуть пониже. Раскрываем Trim Pads. И теперь нам нужно анимировать слой End. В End прописываем 0%. И аккуратненько анимируем. Переезжаем на 4 секунду. Это примерно здесь. И прописываем 100%. И давайте посмотрим, что у нас вырисовывается. Прекрасно. Все это дело, естественно, нужно смягчить. Выделяем два наших ключа и нажимаем на F9. Тем самым мы смягчили анимацию появления. Если нас все-таки это не устраивает, то можно аккуратненько переехать в графике, нажать вот сюда, выделить два наших ключа и с зажатым шифтом поправить нашу кривую. Примерно вот так. Давайте посмотрим. Ой, красиво. Возвращаемся обратно. Также давайте анимируем офсет. Переезжаем на первый фрейм. Анимируем офсет. Переезжаем на 4 секунду. И в офсете прописываем 180 градусов. Давайте посмотрим. Прекрасно. Также не забываем смягчить и офсет. Также выделяем, залетаем в графике. Можно нажать вот сюда. И также выделить ключи. Смягчаем график примерно вот так. Прекрасно. Возвращаемся обратно. И давайте свернем слой с верхним текстом и займемся нижним. Включаем нижний, раскрываем его, залетаем в Animate и здесь выбираем Opacity. Снижаем Opacity до нуля и раскрываем Range Selector. Здесь нас интересует Start. Переезжаем на нулевой фрейм, ставим ключик напротив Start. Также переезжаем на 4 секунду и в старте прописываем 100%. Прикольно, но хотелось бы какого-нибудь рандомного появления. Это сделать очень просто. Достаточно залететь в Advanced и здесь напротив Randomize Order выбрать On. И теперь наш текст будет появляться по одной букве и рандомно. Также давайте сгладим нашу анимацию, выделим два ключа, залетим в графике, здесь также выделим два ключа и нажмем вот сюда. Easy, easy. И загнем кривую примерно вот так. Можно даже вот так. Отлично. Давайте свернем слой с текстом, включим верхний слой и посмотрим вообще, что у нас вырисовывается. Батюшки, какая красота. Также можно немножечко подпилить нижний слой с текстом, чтобы анимация Opacity появлялась чуть-чуть попозже.
примерно так, но это уже по желанию, так сказать. Далее у нас есть два слоя с текстом и есть solid. Два слоя с текстом мы выделяем и делаем их объемными в пространстве, нажав вот сюда. Давайте теперь закомпозим наш верхний слой с текстом. Выбираем верхний слой с текстом и нажимаем Ctrl-Shift-C. Здесь нажимаем ОК. Также не забываем сделать наш слой объемным в пространстве. И теперь займемся следующим приколдесом. Выбираем наш верхний слой и нажимаем на Ctrl-D. Нажимаем на P, открывается старый добрый Position. И здесь прописываем минус 200. Далее дублируем снова наш верхний слой, нажимаем на Ctrl-D, нажимаем на P и уже здесь прописываем минус 400. Дублируем снова, нажимаем на P, здесь прописываем минус 600. Ну, я думаю, что здесь все понятно. Просто минусуем в каждом дублированном слое по минус 200. Дублируем, нажимаем на P, здесь уже прописываем минус 800. Дублируем снова, P, минус 1000. И так далее. Дублирую еще раз, минус 2400. И в итоге у меня должна получиться примерно вот такая красота. Нужно добиться того, чтобы наш текст начал выходить за пределы нашей композиции. В моем случае это 2400, в твоем не знаю. Возможно побольше, возможно так же, а может и меньше. Теперь давайте все это дело свернем для наглядности и увидим, что у нас есть два слоя с нашим текстом и есть 12 дублированных слоев. Ты спросишь, почему я закомпозил наш верхний текст? А вот почему. В любой момент можно зайти вовнутрь, нажать на наш слой и, например, изменить толщину обводки нашего текста, например, до единички. Если я изменяю на единичку здесь, то в моей главной композиции все так же изменится. Я думаю, здесь все понятно. Прекрасно. Теперь выделяем все наши дублированные слои через Shift. Переезжаем примерно вот сюда и нажимаем на Alt плюс правая квадратная скобка. У нас все так интересненько подрезается. Не снимая выделения, нажимаем правой кнопкой на наши слои. Залетаем в Keyframe Assistant. И здесь выбираем Sequence Layers. Нажимаем ОК. И видим вот такую прекрасную картину. Берем за нижний слой и тянем его вправо до самого конца. И давайте посмотрим, чего мы добились. Матерь Божья, какое волшебство! Ну что, у меня завис ебаный After Effects. Фух. Помолился и все прошло. Теперь нам нужно создать новую камеру. Жмем правой кнопочкой New и выбираем камера. Здесь должны стоять такие параметры. Если у тебя другие, то измени на эти. Все просто. Нажимаем ОК. Камера должна стоять в самом верху. Теперь далеко не ходя, создаем новый нулевой объект. Делаем его также объемным в пространстве, нажав вот сюда. И привязываем нашу камеру к нашему нулевому объекту. Прекрасно. Нажимаем на R, открывается Rotation. И также нам нужно попасть примерно на 4 секунду. В тот момент, когда вся наша красота уже появилась на свет. Теперь анимируем Z, прости господи, Rotation, Y Rotation и X Rotation. Переезжаем примерно на 2 секунду. И как-нибудь интересненько подкручиваем нашу композицию. Подкручиваем X Rotation. Подкрутим Y Rotation. Ну и также Z, прости господи, Rotation. Выделяем все наши ключи и передвигаем на нулевой фрейм. Также нас интересует Scale. Переезжаем ровно под наши ключики. Нажимаем на S, открывается Scale. И также анимируем Scale. Переезжаем на 2 секунду, чтобы было видно нашу композицию. И, так сказать, увеличиваем Scale примерно вот так. Передвигаем его на нулевой фрейм. Отлично. Далеко не ходя, давайте зайдем в графики. Нажмем вот сюда, чтобы увидеть все наши графики. И здесь мы увидим наш Scale и Rotation. Все это дело аккуратненько выделяем. И жмем вот сюда. Easy, easy. Мы увидим вот такую красоту. Зажимаем Shift и тянем графики слева. Примерно вот так, почти до центра. И также справа. Примерно вот сюда. Также можно сдвинуть наши ключи до примерно 6 секунды.
Я думаю, в моем случае это будет выглядеть симпатичнее. Также rotation. Давайте посмотрим. По-моему, выглядит прекрасно. Кстати, не забывайте сохраняться. Это очень важно, как выяснилось. Теперь осталось поработать с камерой. Давайте свернем нулевой объект, откроем камеру, камера Options, и здесь включим Depth of Field. Теперь нам нужно понять, где наша дистанция фокуса. Для этого мы выбираем два окна, и в первом окне мы увидим, что наш фокус находится как раз-таки на нашем главном тексте, на нашем слое с главным текстом. Это можно понять по вот этой точке. Возвращаем одно окно и просто со всей дури подгазовываем апертуру. Можно бахнуть примерно 150. Осталось самое главное, это немножко встряхнуть камеру, так сказать. Есть прекрасный плагин, который называется Shaker, но если ты сторонник только стандартных инструментов и не любишь дьявольские заговоры, то воспользуемся обычным expression. Жмем по нулевому объекту, нажимаем на P, открывается position, зажимаем Alt, жмем по часикам и здесь прописываем следующее. Wiggle и в скобочках пишем 4. Запятая 4. И наблюдаем следующую картину. Давайте убавим качество, чтобы можно было все лицезреть быстро. И посмотрим. Как мы видим, мы добавили некую тряску. Если тебя устраивает этот результат, то можно со всей дури рендерить. Но если тебе не жалко свой компьютер, то можно его еще немного загрузить. Прямо сейчас мы дублируем все наши выделенные слои еще раз и уместим их за наш основной текст. Для этого выделяем все наши дублированные слои. Аккуратно нажимаем на Ctrl-D. Они все дублируются. Выбираем два окна. Здесь нас интересует топ, если что. Нажимаем на P. Открывается position и, несмотря ни на что, двигаем наш position за наш основной текст. Основной текст находится примерно вот здесь, поэтому все эти дублированные слои нам нужно выставить за него. Примерно вот сюда. Давайте посмотрим, что у нас вырисовывается. Давайте все свернем, и в любой момент можно залететь в настройки камеры и газануть еще сильнее апертуру, например, до 180. И в итоге получить вот такую красоту. Далее расскажу, как всю эту красоту грамотно отрендерить. Достаточно нажать на Ctrl-M. И попасть во вкладку рендера. Если ты пользуешься автором 2023 года, который, кстати, сидит в моем телеграм-канале, то можно отрендерить прямо из автора, не использовав никакой медиа-энкодер. Напротив Output Tool нажмем и называем как-нибудь нашу композицию. Например, финал. Ничего необычного. Нажимаем сохранить. Залетаем в Output модуль. Формат Options выбираем Animation. Нажимаем ОК. Залетаем в формат и здесь выбираем H264. И все, можно рендерить. Нажимаем на рендер и дожидаемся конца рендера. Наш финальный файл будет в формате MP4, будет прекрасно проигрываться на телефонах и не будет весить несколько сотен гигабайт. Если у тебя After Effects старее 2023 версии, то тебе необходим медиа-энкодер. Скачать его можно также в моем телеграм-канале. Также нажимаем на Ctrl-M и просто со всего размаху нажимаем вот сюда «Отправить в медиа-энкодер». Через несколько секунд компьютер начнет открывать медиа-энкодер. Открывается медиа-энкодер, и здесь достаточно также выбрать место, куда сохранится наш финальный результат. Финал. Сохранить. Все, больше ничего трогать не нужно, достаточно лишь нажать на Enter. И дождаться конца рендера. Делайте свои сногсшибательные видосики, выкладывайте в интернет и просто со всей дури отмечайте меня. Я все отсматриваю, ставлю лайки, пишу комментарии и организовываю репосты. Вот такие дела. Йоу, ребятки, спасибо, что доглядели этот туториал до конца. Обязательно бей по лайку, пиши комментарий и просто аккуратненько подписывайся на канал. Всем хой и хуй.